И всем привет, зрители моего YouTube-канала, с вами я, питерский обзор игр, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Это наша с вами любимая игра. Знаете, что мы будем в этой игре делать? Я вот кое-что придумал. Такой типа, как сказать, ну, челлендж, что ли. Небольшой. Выживание с блоками и с ружьем. То есть, смотрите, мы берем, допустим, не знаю, ну, штуки 30 возьмем. Лаки блоков. Да, 30 штук возьмем. Ну, ладно, 31. И еще я кое-что придумал, что можно взять, допустим, ну, знаете что? И, ну, это... как сам меня зовут забыл? Ну, еще патроны для ружья, короче. Так. А, вот они где-то были. Так, вот где-то здесь они были. Так. Ну вот, возьмем, допустим, парочку патрончиков. Как-то так. О, у меня есть какой-то делька еще. Так, это будет достаточно, пожалуй. Давайте-ка прыгнем, и биться мы будем на этот раз, знаете, с каким мобом угадать. Пожалуй, будем биться, даже не знаю с кем. Возьмем любого моба. Но это в конце видео уже. Ну, допустим. Ну, да любого возьмем, короче. Так, давайте возьмем... ну, я не знаю, кого возьмем. Давайте возьмем любого моба, допустим. Вот... такого, допустим. И вот. Это будет, так сказать... Такой челлендж, типа, лаки выживания. Кому понравится, жмите лайк и напишите в комментариях, что вам понравилось. Что вам понравилось в этом видео, что не понравилось. Возможно, я постараюсь это улучшить как-то потом. Так, магнит давайте отключим. Все отключено у нас. И погнали в выживание. Вот выживание. Так. Вот это другое дело. И будем смотреть, что нам отсюда выпадет. Есть что-то хорошее? Есть, да. И, кстати, в этом выживании будем использовать наше ружье с патронами. Вот так я придумал, круто. Какой-то краб. Мешает нам. Так. А, ну давайте откроем все лаки-блоки. Так, житель, чего у тебя тут есть крутого? Ну, оставим тебя в живых. А мы продолжаем. Ой, что-то нас убил этот зомби. Ой. А где он? Что это было? Или где они? Да что это было вообще? Так, давайте, блин, в креатив войдем. Перелетим отсюда. Убьем этого зомби. Так, давайте вообще, блин, куда подальше отсюда уйдем, блин. Вот сюда, вот это уже другое дело. Так, сойдет. И погнали. Так. Ну, это мне пригодится. Так. Давайте-ка сменим, что ли. Так, это точно хороший лут был. И... о. Ну, давайте тоже возьмем. Такая же самая вещь. Ладно. Ну, блоки вроде везучие, эти блоки. Повезло нам очень. Так, какая-то удочка. Так, ну...
Давайте, ну, оставим на всякий случай нагрудники. Этого будет достаточно. Распаковываем, ой, открываем, короче, рокки-боки. Ну, ой, я хотел сказать счастливый, а оказалось, какие-то монстры тут ходят, блин, давайте убьем их. Так, что вода, блин, какая-то заспавнилась. Так, так, давайте в креатив, короче, перейдем, чтобы улететь от них. У меня тут один мод установлен просто, вот из-за этого. Все тут происходит такое. Так. Ладно, давайте дальше открывать лаки-блоки. Блин, не то я сделал немножко, а вот это то. О. Ладно. А оно ничего не выпало. А тут что нам выпадет, надеюсь, хорошее. О, картошка, ну. О, ну, лучше хотя бы. Хотя бы так. Так, давайте приступать, скажем так, к выживанию. Мобов мы будем выбивать из ружья. Ну, любых мобов. Короче, мы скоро проголодаемся. Ой, блин, это ядовитый картофель. Нафиг он нам вообще нужен. Давайте-ка возьмем, допустим, не ядовитый картофель, а обычный. Есть обычный картофель, а есть ядовитый. Ядовитый не нужен. Ядовитый вообще лучше, скажем так, сжечь, что ли? Да, сжечь. Так. Блин. А, вот, вот это другое дело. Все, короче, давайте спавним этого моба, так сказать. Его можно из ружья убить, а можно из такого меча. Что у нас не хочет атаковать? Ой, блин. О, дерзкий, в принципе. Так. Блин, я не борщ, блин. Короче. А, вот так вот. Блин, зачем вообще сюда поставим спавн поинт? Давайте вот сюда поставим. Блин. А, вот английский, да, поставим спавн. Ой, не то, не то. Ой, блин, да. А. Вот, вот тут другое дело, спавн поинт поставим. Все, можно переключать на выживание. Ой, не то я сделал. Ну ладно, вот так. И погнали. Давайте заспавним этого чувака. И надо его убить нам. За 2 ударов нас выносит. Ничего себе, какой дерзкий. Какой он хитрый. Кстати, можно использовать оружие с прошлой лаки битвы. Это правило я внес. И это хорошо. Вот такой монстр. Очень вообще дерзкий он. Надеюсь, у нас получится его завалить, блин. Он такой сильный, блин. Конечно же, это робот. О, его можно отсюда, короче, бить. Так. А чё он не хочет биться? А. Блин, он, походу, все хп восстанавливает. Чего себе дерзкий? Надеюсь, нет. Хоть бы он не восстанавливал все жизни. Его долечь. Давайте его загасим и прощаться. Это было первое, так сказать, такой челлендж выживание с лаки-блоками. Так. Что-то он не хочет убиваться. Так. И он нас тоже убил. Так, блин. Так. Мы уже половину хп снесли, наконец. Ну, хотя бы сможем одолеть его, и то хорошо. Хоть что-то приятное. Блин, чего он, что он не хочет умирать, он живучий такой. Ну, броня, наверное, хорошая. Так, он что-то нас валит. Давайте его. Так, давайте его завалим. Он нас убил, к сожалению. Это я знал, что он будет сильным. Так, да он вообще валит, блин, всех. Не во сколько, уже 80 жизней или 70, сколько? 60 вообще, круто. Блин, у нас нету... ладно, давайте, блин,